Понятно. Конечно, не понял, кто там что крыло. Мне показалось. Паркурщик, я паркурщик года. Так, да. Паркурщик года. Чего? Можно пройти. Так. Yeah.
старые данные. Давайте время паркурим. Требую быть осторожней. Я как-то боюсь. Раз, два, три. Пожалуйста, я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Можно и вперед идти. Прыгай, какашка. Ладно.
О, тогда ладно. И все равно же мне как-то страшно. Серьезно. Все, залезли. Теперь. Туда. Вот он. Епа! Что это? Что тут? Как от этого пахнет краба? А мы сейчас не бежать? Я как-то боюсь. Уйдите. Не хочу с вами сражаться. Он убежал отсюда. Туда. Мяу. Мяу. Это почему? Надо это проходить. Это видно. А? Могу. Куда теперь? А вот сюда. Нет.
что? Надо подумать. А. Это что? А, я думал, я такой умный. Такой умный, что... Ладно, это бросить. Ладно, я пошел. Квартира. Так же, что такое? И вот тут делать. Нет, это не должно быть. Мяу. Что-то написано. Нужна помощь. Как есть. Понял. Надо кубики эти. Ой, чуть не упал. Хотя я не боюсь, конечно, высоты. Но я главное, чтобы не упасть. Просто... А, вот и кубик. Так, 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 так. И как-то туда попрыгнуть. О. Ой. Чё, идём? Еп. Еще видел, надо еще подбрать. Может это будет? Подходит. Да. Так. О, нашел. Я думала, это оно не подходит. Ну ладно. Теперь нужно. Я даже не додумался до этого. Что с роботом? Хорошо тогда. Я боюсь немножко. Так, а что мне делать? Так, ну чё, не те таблетки выбил? И что-то. Так, надо думать, что где кто. Ой, а?
Она живой? Ой. Опа-на. Прикасайся, я боюсь тебя. Нет. Сработало, я свободен. Спасибо. Я с трудом верил своим камерам. Вот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Знаешь, что сработало? На ученого, который здесь же. Можешь называть меня В-12. Так написано в моем корпусе. В мертвом городе небезопасно. Но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда. Сядь за мной. Хорошо? Этот ключ. Сейчас помогу. Очень хорошо. Батарея садится. Подойди сюда. Придется это надеть. Хорошо, допустим. Ой. Это очень тяжело, чем я думал. Надо попробовать встать. Этот рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. Но что? Я не понял. Что? Ты сейчас не понял, что ты сказал. Я забрал ключ, положил его в рюкзак. Хорошо, спасибо. Хорошо. Легко и просто. Если тебя заинтересует какой-то предмет, то покажи мне. Или другим, если вы. А теперь пошли сюда. Так, хорошо. Выберите. Хорошо. Город такой странный. Так, а чё это? Какой-то город. Это код должен. Погоди, я помню аутсайд. Такое ощущение, что
это я был там. Короче, ты оттуда пришел? Я кому-то обещал туда прийти, но кому? Это открытка рисунка. На стене был сделан с нее. А давай возьмем ее. Хорошо, возьмем, до спинания. Хорошо. О, давай открыть. Откуда у меня эти воспоминания? Как они? Это попали. Боже, я не знаю, что. Нашли. Так, что тут? Понятно. Время бежать отсюда. Этот краб ненавижу. Это кто? Хрущёв. Эй, кто это? Это к тебе! Ну что, я же... Пожалуйста, ешь. Я же никого не ем, кроме мяса. Ай-яй. Хи-хи. Успокойтесь, успокойтесь.
Я в покое, когда умру. Я не знаю, что смерть. Значит, я ИИ. Прости, не хотел портить настроение. Пошли дальше. Да-да-да. Вот возьми, мои, если есть у вас. Хочешь туда пойти? Теперь ты сам по себе завязал себе соусадом. Удачи! Ну хорошо, тогда я... О, выглядит очень грустно. Он скачает по друзьям. Давай посмотрим записную книжку. Понятно. Тина, Лара, Док и Мому. Похоже, имя Мому добавлено позже. Думаю, нам нужно найти другие записи. О, обратно домой. Я помню эту видеоигру. Кажется, ее разработали.
задолго после моего создания. Мы с учеными надо не играли. Было весело. Я скучаю по нему. Почему я не могу вспомнить его имя? Нужно. Как бы устал. Можно и поспать. О, уже все? Твои видео посмотрели. Нужно вторую часть. Я уже сейчас приготовлю покушать. Покушаю, я потом пойду спать. Ладно. Ладно, всем пока. До скорого встречи. Подпишись на канал и поставь лайк под это видео. И всем пока. Ой, я что, буду падать? Такого точно не ожидала, Сона. Ух.